Желтая. Желтая, яркая. Советская фляжечка, смотри, 5 рубчиков когда-то стоила. Очень любопытный завод изготовителя, глянь. Как радуга плюс радуга. Видел такую? Я нет. У меня постоянно были зеленые, а такой желтой ни разу не было. Сейчас я проверю ее объем. Мне что-то кажется на литрушечку однозначно. Еще обрати внимание на эту пробочку. Глянь, какая. Не алюминиевая. Это вот пищевая. Пищевая фляжечка. Видал такую? Пробку не потеряешь, потому что она висит на вот этой вот постанове. Быстрее всего это туристическая, желтая, яркая, чтобы в траве не потерять случайно, чтобы было легко ее найти. Обалдеть. Легенькая, уникальная в своем роде, такая только у меня, и она уже вот вот-вот уже будет в продаже. Ищи ссылочку в описании канала, залетай, покупай туристическую пищевую фляжечку, желтую, яркую, ближе к оранжевой. Во.